Время спорта на ОНТ. Коротко о главном. Расскажите всем, если узнали сами. Вика Азаренко в финале теннисного турнира в Майами. Внимание! Это важно знать. Ангелика Кербер из Германии обыграна 6-2, 7-5. Это седьмая победа над немкой. О май гад! С учетом Индиан Уэллса Вика побеждает 11-й матч подряд. Игра будет образцовой, если в финале она... Свете Кузнецовой. Эти теннисистки играли 8 раз, утверждают спортоведы. Пока ничья, по 4 победы. С тобой страна, Вика. Нужна победа, сила, вере. Покори турнир в Майами. Третий раз в карьере. Не матч, а сказка. В финале Кубка Президента по хоккею. Близится развязка. Чижовка-арена. Шоу must go on. Сегодня может определиться чемпион. Юность или Шахтер? Тут пока не ясно. Но в серии минчане впереди. 3-1. Это опасно. Тысячи фэнов Шахты создадут для команды иллюзию дома. Ведь юность в шаге. Титул 7-кратного чемпиона. Шахтер не намерен отдавать трофей. Короче, будет жарко. 7 вечера. Приди, проверь. 82 минуты ледового побоища. Кто смотрел полуфинал КХЛ, тот скажет, матч тот еще. Металлурги Салават вышли на бис. В итоге клуб из Магнитогорска второй финалист. Все могло быть по-другому, ведь страстей накал подогревало то, что Металлург 2-0 уступал. Но Данил Зарипов и Алексей Береглазов перевели игру в овертайм, а Ярик Косов не оставил шансов. 7 апреля время контрольного броска. В финале Кубка Гагарина сойдутся Металлург и ЦСКА. На этом наш выпуск завершен. С вами был Сергей Соболь. Все будет хорошо.